А два примера делать. Я думаю, что будет улучшаться ситуация, поскольку вроде как война заканчивается, налаживаться. Для нас самое главное сейчас, чтобы экономика заработала, чтобы были налоги в городской бюджет. И тогда хватит нам денег для того, чтобы расширить и больницу восстановительного лечения. Ну и на все остальное. Можно вот это? Да. Вот пришла телеграмма, что узкие специалисты. Мы же их не приглашаем. Но я депутат. Я как бы тоже представитель. Если вы... Этот вопрос решает закрыть больницу. Больница не закрывается. Она разделяется на два. Деньги заплатили. Не надо нам разделять. Нам нужна больница в целом. Здесь хорошие врачи. Зачем нам надо? Врачи все останутся. Единственное, что, я же говорю, нужно нам с вами занять вот эту нишу, больница восстановительного лечения. И сегодня я ваше мнение донесу на комиссии, да, донесите, и на депутатов, и до всех остальных. Здесь старые люди живут. Это старые люди.